матчі, як вважаєш, чого не вистачило тут в Черкасах? Ну, не знаю, вторую четверть провалили, немножко, видно, сказался, или не знаю, или недонастрой какой-то, по подбору проиграли повторные атаки, потом собрались, забрали, как бы все, ну, дальше равная игра уже шла, вторая половина, как бы, уже, все-таки дома трибуны помогают, тоже сложные мячи забили Черкасы, как бы. Твоя команда традиційно в цьому сезоні дуже сильно виступає на власному майданчику, на виїзді, на жаль, лише одна перемога у, якщо не помиляюсь, 5 матчах, 6 матчах. Чому так, як вважаєш? Я не знаю, тобто, це, як би, дома, само собою, ми завжди, Фера завжди грала вдома, і в прошлом году ми програли 2 ігри домашніх, там, я не знаю, скільки там, із 25 іграли. Тобто, не знаю, будемо працювати над цим. Календарный год закончился, как бы. В новом году, думаю, будет лучше. Спасибо. Как бы, хотел бы поздравить команду противника с победой. Всех болельщиков с Новым годом, с наступающим. Как бы, всех благ и удачи в новом году. Ну, первое, я хочу поздравить команду Черкас. Они сегодня горели игрой. У них много получалось. Они показали, может быть, по итогу, по цифрам, не, там не сумасшедший процент попадания, но важные мячи ребята забивали, было видно, как они были на это нацелены, как они были настроены на игру, и, безусловно, команда просто билась. В этом плане мы им уступили. Уступили не все, уступили... Только лишь те игроки, которые не смогли дополнить нашу игру. Я не имею в виду здесь ни Вельховецкого, ни Малыша. Я имею в виду всего лишь навсего одного игрока, который сегодня на площадке оставил нас, по сути дела, вшестером. Вшестером такую тяжелую игру выигрывать очень, очень тяжело. Вот. Ну и все цифры, скажем, количество подборов в нападении, да, которое разнится очень сильно. Вот есть детали, которые дополняли картину, в связи с которой связано поражение. В целом я тех игроков, которых вы видели и которые играли очень неплохо, могу похвалить, но команда должна быть вся как один кулак, тогда будет порядок. Спасибо. Ох, сегодня была очень сложная игра, мы настраивались на нее, очень сильно готовились. В принципе, выполнили, я думаю, все установки тренера, которые нам были поставлены перед игрой. Первая у нас была установка, это не дать им подобрать мяч, потому что они очень много подбирают в нападении и забивают легких очков. Мы с этой задачей справились, и поэтому у них не было вторых шансов забить, как бы, то, что... Поэтому, ну вот... Наверное, благодаря этому и старанию в защите, самоотдаче мы выиграли сегодня. Твоя команда выиграла 6-й матч к ряду. Да? Как можешь подытожить это 2012 год? Сегодня был последний официальный поединок. Хочу всех поздравить болельщиков с наступающим Новым годом. Сегодняшний матч был показательный, наверное, как мы... Вот пришел новый тренер, да? Как мы и начали работать, и вот как мы его заканчиваем этот Новый год. То есть я думаю, что... Мы сделали все, и тренер в первую очередь сделал все для того, чтобы команда встретила Новый год с хорошим настроением, порадовали болельщиков хорошими победами. Мы на правильном пути идем, все потихонечку. Спасибо большое. Спасибо. Очередь хотелось бы поздравить Андрея Корниченко и всю его семью с тем, что у него сегодня родился сын. И... Ну, эту победу мы всей командой как бы посвящаем этому событию. Вот. А что касается игры, действительно, сегодня большинство установок на игру команда выполнила. Мы сегодня дали забрать команде противника всего лишь 4 подбора на нашем щите, и на этом делался акцент. Очень хорошо, агрессивно, жестко сыграли в защите в первой половине, немножко... Не получалось во второй половине, но тут нужно отдать должное команде Фера. Они вышли после перерыва очень, очень заряженные на проход, очень заряженные на агрессивную игру в трехсекундной зоне. Вот. Ну,
конечно, очень и очень приятно, то, что год завершили победой, с чем поздравляю и руководство клуба, болельщиков, игроков. И всех поздравляю с Новым годом. Всем любви, счастья и здоровья.